Здравствуйте, меня зовут Кевин, я люблю космос и космонавтику. При этом я не являюсь профессиональным инженером космической отрасли, а потому прошу вас не судить меня строго. Здесь я просто хочу поделиться своими мыслями и мнением. Тема данного видео – будущее Starship. Маск создает многоразовую систему для полетов в дальний космос, в первую очередь на Марс. Какая дорожная карта может быть у данного проекта? Первое. Суборбитальный полет. Второе. Орбитальный полет. И успешное возвращение Старшипа из космоса с мягкой посадкой. Третье. Стыковка двух кораблей Starship. Четвертое. Дозаправка на орбите. Пятое. Облет Луны с возвращением. Шестое. Туристические полеты. Седьмое. Посадка Starship на поверхность Луны по контракту с НАСА. И последняя общая стратегическая цель. Полет на Марс. Это краткое описание дорожной карты Starship. Возможно, я что-то упустил. А теперь я скажу свое мнение по этому проекту. Я буду скептиком и в то же время оптимистом. Самое сложное, на мой взгляд, это успешный орбитальный полет с возвращением на поверхность Земли. На данный момент у Starship есть проблемы с теплозащитой. Она неустойчиво крепится на обшивку корабля. Часто термоплитка слетает во время тестирования Starship и его двигателя. Так что первое возвращение с орбиты будет большим испытанием для корабля. Но самое главное, во что я не верю, так это пилотируемые полеты Starship на Марс. Полеты к Луне, да, реально. Посадка на Луне тоже реально. Что же касается Марса, это слишком фантастично. И на данный момент это нереально. Хотя, если попробовать совершить беспилотный полет к Марсу, с посадкой, почему бы и нет, ради получения опыта и научных данных. При этом можно взять в полет растения, насекомых или животных, тех же черепашек. Главное преимущество Starship – многоразовость. Это значительно снижает стоимость полезной нагрузки его в общем запуск. Учитывая характеристики Starship, он сможет выводить на низкую опорную орбиту 100-150 тонн. Таким образом, Starship прекрасно подходит для строительства космических орбитальных станций, вывод на орбиту тяжелых спутников или даже реализация рейгановской сои. Сегодня реализовать ее будет значительно дешевле, чем в 80-е годы. И что мне кажется интересным, это сборка на орбите Земли многомодульного межпланетного корабля с ядерным ракетным двигатель. С помощью Starship это будет значительно дешевле, чем с любой другой ракеты. У меня есть большие сомнения насчет полетов Starship на Марс. А вот полеты межпланетного многомодульного корабля типа Nautilus, который будет собран на орбите Земли,
Это вполне реально. Опыт строительства МКС уже есть. Думаю, к такому варианту можно прийти в середине 30-х годов. К тому моменту рабочий ИРД будет сделан. Естественно, ИРД лучше химических ракетных двигателей. Топливо меньше тратишь. И самое главное, быстрее долетишь до Марса. А это важно, если вспомнить о вреде радиации, невесомости и вообще длительном полете. Впрочем, будущее покажет, как Starship себя реализует. Я же здесь просто поделился своим мнением. Спасибо за внимание.